Экс-президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате государственной власти. Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке. По его словам, обоих фигурантов обвиняют в том, что они вернули в действие Конституцию 1996 года без разрешения Верховной Рады. И это привело к усилению власти президента и ослаблению правительства и парламента. Тем временем Оболонский райсуд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела о госизмене Януковича до 21 сентября. Новый государственный адвокат беглого президента Максим Гераська попросил больше времени на ознакомление с делом. Прокуроры убеждены, защита пытается затянуть процесс. Это очень малый час. Это нереально знакомиться с таким материалом справы. Достаточно серьезно подойти до знакомления. Я вважаю, что строк має бути не менше, ніж 3 місяці, і я буду на цьому наголошувати і в наступному судовому засіданні. Цього питання жодним чином не обґрунтовано щодо часу. По-перше, він сам підтвердив, що йому надані всі матеріали, тому проти надання йому відповідного часу не заперечуємо, але просимо надати достатній час в межах 10 днів.